В Воронцовском переулке возле известного дома стены возобновилась незаконная стройка. Под шумок решили перед выходными продолжить строительство. И это в 200 метрах от мэрии, чтобы вы понимали. А Трухановой компании похуй. Вчера что-то работали, да. Так, а... Вызывали мы милицию, два раза приходили, сказали, что город разрешил, потому что заливает подвал у того дома, жильцы пожаловались. Еще расскажи, самое, ты, кто живет в доме, так? Да, 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 ну в этом доме. Вы не знаете, сколько они тут пробовали? Десь, может, декілька годин, чи, может, хвилин? Ну, целый день они делали крышу, вот эту вот крышу, видите?